Сегодня мы приготовим тушеную куриную печень в сметане с помощью мультиварки Vitec VT4216. Нам потребуется 500 грамм куриной печени, 2 луковицы, 1 яйцо, 1 столовая ложка муки, 200 грамм сметаны, 200 миллилитров воды, соль, перец по вкусу и 3 столовые ложки растительного масла. Лук необходимо мелко нарезать. Куриную печень промыть и также мелко нарезать. Включить режим жарко на 15 минут. В чашу мультиварки налить растительное масло и дать 2 минуты масла прогреться. Выложить нарезанную печень. Жарить печень с открытой крышкой, помешивая каждые 3-4 минуты, когда останется 7 минут до окончания режима. Сместить печень на одну половину чаши, на вторую выложить лук и обжаривать, помешивая до окончания режима. Затем включить режим тушить на 30 минут. В пиале взбить яйцо с 50 мл воды и мукой. Добавить сметану и перемешать до однородности. Вылить полученную смесь в чашу мультиварки и перемешать. Добавить еще 50 мл воды, соль, перец и готовить еще 7 минут, постоянно помешивая. По истечении 7 минут отключить режим. Тушеная куриная печень в сметане готова. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.